поддержка государства к Мосфильму никакого отношения не имеет. Государство нас никоим образом не поддерживает. Государство поддерживает продюсеров и режиссеров. Что... Из-за этого часто возникает путаница. Нас начинают спрашивать, а вот вы там не инвестируете в кино, на что мы говорим? А вот раньше Мосфильм, а раньше Мосфильму, то есть деньги государства в советское время передавало та же система через студии. Что нам, на мой взгляд, гораздо более правильно. То есть студия получала Ленфильм, Мосфильм получал те средства и инвестировал, и тут же было производство, и тут же был, так сказать, процесс инвестирования и продюсирования кино. И все, что мы делаем, и все наши программы модернизации, мы все делаем только за счет тех средств, которые сами зарабатываем, а, так сказать, и мы, в общем-то, работаем на... То есть мы действительно, что называется, рыночное предприятие, работаем на рынке. То есть я должен сказать, когда я говорю о кризисе, я должен сказать, что тем не менее Мосфильм как раз чувствует себя вполне уверенно. То есть мы видим этот спад, но, строго говоря, мы все равно сохраняем и прибыльность, и, так сказать, вполне работаем нормально. Вопрос поддержки, ну квот, думаю, что это нереально. Поэтому скорее уж там можно... Ну, во Франции, например, есть наценка на билет, который идет на это. Ну, скорее, вот система такая. Я вообще не очень понимаю, почему надо изобретать какие-то вот новшества. По-моему, надо просто взять какую-то лучшую систему, которая работает в мире, и перенести ее. Вот французская известная очень система работает. А в чем она состоит? Она состоит в том, что у них есть на каждый билет наценка. И причем она для, значит, на каждый кинобилет. Причем она, так сказать, единая. То есть она и на французский, и на американский фильм. Это сделано для того, чтобы их не обвинили в протекционизме. Но система хитрости заключается в чем? Поскольку 70% фильмов американских на экранах, то значит в конечном счете оно все равно в большей степени, строго говоря, это наценка на американское кино. И вот эти деньги, которые получает государство вот за счет этого налога на билет, они идут на развитие в фонд национального кино. И, то есть на эти деньги снимается французское кино. И в общем, а это работает, система очень хорошо, и сегодня французы делают 200 картин в год. Но у них есть еще, конечно, такие очень грамотные законы, как-то, например, ограничение показа фильмов на телевидении. А, например, в четверг, когда фильм выходит у них тоже в прокат, на телевидении вообще запрещено показывать какие-либо фильмы. То есть вот так вот государство, в общем, очень так правильно действует. Например, реклама фильмов вообще на телевидении запрещена. У них нельзя рекламировать фильмы на телевидении. Да, это очень умно, потому что это уравнивает права. Ну да. Потому что это уравнивает. Большие американские компании, естественно, у них больше денег, у них больше возможностей рекламировать, чем, допустим, у своих французских компаний. На телевидении дорогая реклама. Таким образом, они уравнивают. Пожалуйста, вы рекламируете там вот эти билборды, там еще как, но это-то где-то недорогая реклама. Поэтому она уравнивает шансы опять французского и американского. Вот целый комплекс мер, направленных на поддержание своего кино, но при этом хитрый, умный и, в общем, весьма эффективный. Мне кажется, что нынешний кризис, он гораздо более такой серьезный, чем тот, который был. Это кризис, по-моему, вообще, он как бы, так сказать... То есть он, конечно, и продолжаться будет, но мне кажется, значительно больше. И в то же время, мне кажется, что это как раз для того, чтобы из него выйти, тут, то есть хэппи-эндов-то, наверное, будет недостаточно. Поэтому, мне кажется, как раз может возникнуть потребность в каком-то таком интересном кино, которое где-то ставит проблемы, пытается что-то решить, пытается разобраться в жизни, в окружающем мире. У меня был в свое время тоже такой какой-то взгляд, что а вот кризис, наверное, как американцы там в 20-е годы. Да. Ну сейчас, ну потом я подумал, слишком это просто. Потом так жизнь устроена, что два раза не бывает.